Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будут светильники из коллекции Colli от производителя Conlux. Это коллекция точечных резных светильников. Все они круглой формы. Есть 5 вариантов цвета. Это белый, алюминий, золото, черный и серый. Все светильники однотонные, кроме золотого. Есть на нем тонкая полоса цвета алюминий и центральное кольцо. Светильники полностью из металла, покрытие в них матовое, гладкое. Единственное, только светильник в цвете алюминий имеет небольшой блеск. Они поворотные, поэтому поток света можно будет направлять. Лампочка приобретается отдельно. Максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. Патронов тоже в комплекте не будет. Поэтому можно будет выбирать, чем укомплектовать светильник. Там может быть патрон G5.3, вот такой, или G10. Такие патроны есть у нас на сайте, в нашем ассортименте. Поэтому можно будет либо самостоятельно их добавить в заказ, или же сделать это с помощью менеджера при согласовании заказа. Лампочки G10, они бывают только на 220 вольт. Лампы G5.3 могут быть на 12 вольт или на те же 220. Для того, чтобы заменить лампочку в светильнике, его нужно будет с потолка снимать, так как устанавливается она с этой стороны. Здесь есть такая металлическая скоба, которая удерживает лампу. Так она вставляется, после чего уже светильник монтируется в потолок снова. Глубина посадки светильника с лампой GU10 будет 67 мм, это глубина фактическая. А с лампой G5.3 она будет немного меньше, 63 мм. Для того, чтобы светильники установить, в потолке необходимо будет вырезать отверстие. Оно должно быть диаметром 75 мм. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!